Через 2 месяца начнется лето и самые продолжительные в году каникулы. Ежегодно администрация Раменского района прикладывает все возможные усилия для того, чтобы на высшем уровне организовать досуг, отдых и оздоровление детей в эти теплые дни. Если их не организовать, представлены сами себе, из этого вытекают различные самые негативные бывают последствия. Поэтому наша вот эта вот деятельность, которая направлена на организацию их отдыха, оздоровления, в том числе и призван для того, чтобы обезопасить детей от различных негативных влияний улицы и не допустить, в самом плохом случае, каких-то трагических и ненужных нам вообще всем последствий. На территории Раменского района работают оздоровительные лагеря дневного пребывания, школьные трудовые объединения, ежегодно организуется военно-спортивный оздоровительный лагерь «Тайфун». Осуществляется закупка путевок в оздоровительные санаторные лагеря, в том числе южного направления. Работают ведомственные оздоровительные лагеря «Сатурн», «Чайка», «Дубки» и другие. Детский оздоровительный лагерь «Ленинские искры», который у нас располагается в Копнино, организован в 1956 году. Размещение детей осуществляется в одноэтажных корпусах, комнаты на 8-9 человек, есть все необходимые условия, в том числе открытый бассейн, площадки для подвижных игр, спортивные площадки для игры в волейбол, футбол, баскетбол со спецпокрытием, настольный теннис, площадка для катания на велосипеде. Для организаторов летнего отдыха проводятся обучающие семинары, осуществляются комиссионные приемки оздоровительных учреждений. В каждом лагере, наверное, должны быть все-таки медицинские работники для обеспечения, здоровье, да, детей, пребывающих в лагере. Это штатные сотрудники лагеря или это все-таки не привлекаем? Заключаются договора с Раменское ЦРБ, ведомственные учреждения имеют право заключать договора с теми медицинскими организациями, которые вот у них в перечне имеют отношение к их ведомствам. У нас есть один вопрос, который проблематично был поднят и в прошлом году, так как работа медицинских работников Раменской ЦРБ, не предусматривалась оплата конкретно в лагерях дневного пребывания. Мы с Игорем Харынычем и с министерством в прошлом году занимались долгой перепиской, объясняя, что все это наши общие целевые задачи. Одной из основных задач ведения оздоровительной кампании, во время ее проведения, это является профилактика пищевых отравлений и массовых заболеваний детей. С этой точки зрения, в прошлом году, 2016, прошел, в общем-то, очень хорошо. Заболеваемости у нас не было, пищевых отравлений не было. Это большой плюс. Запланирована обработка от клещей территорий, на которых будут пребывать дети. Внимание сакцентировали на том, что она должна проводиться как перед началом работы лагеря, так и перед каждой сменой. С 2008 года регистрируется вот такое вот увеличенное количество клещей на нашей территории. И если в 2008 году у нас, в 2011 году у нас было, 1414 присасываний, да, официально зарегистрированных, то в прошлом году у нас 973 присасывания, да, официально зарегистрированных, и из них 221 ребенок. Поскольку они передают заболевания, то в прошлом году у нас болезнь Лайма, так называемый клещевой боррелиоз, была зарегистрирована официально у 7 человек, из них был один ребенок. На реализацию программы по оздоровлению и организации досуга детей бюджетом Раменского района предусмотрены денежные средства в размере 13 миллионов 900 тысяч рублей. Также из бюджета Московской области выделена субсидия 13 миллионов 369 тысяч рублей. Ирина Зинченко и Алексей Гущин для программы «Городские вести».